Ребята, перед просмотром этого ролика я бы хотел вас предостеречь и извиниться перед вами. Буквально несколько выпусков назад я делал рекламу одной группе в Телеграме по ставкам на спорт «Ковальбет». К сожалению, мне стали поступать сообщения о том, что человек, который делает прогнозы, создал он группу VIP, группу, куда всех внес, и там за предоплату в 2000 давал прогнозы. Есть люди, которые оплатили эту услугу и не получили ничего взамен. Я прекрасно понимаю, что я несу ответственность за всю рекламу, которую у меня есть на канале. Я несу. Даже, ну, я не могу знать, конечно, что это за человек. Он не предоставляет никакие документы, просто переписка ВКонтакте. Я поудалял везде ссылки на эту группу. И еще раз прошу у вас прощения за то, что произошло. Ребята, всем привет! Кто-то в комментариях писал, где-то, не помню, что следующее видео он запишет с дачи, как распиливает остальные дрова. Это, знаете, в ответ на что? На то, что я собираюсь ехать на Алтай, собираюсь ехать в Тыву и собираюсь ехать на Байкал с поездкой, заездом вернее, в Монголию. Но это будет, как говорится, в следующих сериях. А в этой серии так получилось. Я вот сейчас еду, правда, и смотрю, дождик ли не получится. В этой серии так получилось, что днем у меня были дела, а днем, в то же время, когда у меня были дела, Серега и Рома Манский собрались и уехали на Бузим. А мне что-то так захотелось. Я Сереге звоню, духота на улице. Я говорю, звоню. Да мы, говорит, только картошечку почистили. Сейчас, говорит, покупаемся, удочки настроили. Так я эту картину представил и в итоге, короче, решил поехать. Спасибо всем, кто задонатили. Спасибо. Спасибо дорогим людям. Благодаря им сейчас лечу. Подъезжаем, не прошло и часа 20 минут, пока выходил из дома, солнышко светило. Сейчас уже хотел показать солнышко красное, оно уже за горизонт спряталось. Где-то здесь, за поворотом, должен Серега встречать. Он сказал, что мы, когда будем подъезжать, ему набрали. Но мы уже свернули, набрали, и сейчас должны встречать. Но что самое интересное, что где-то, наверное, минут 20 позади нас едет дед. Валера тоже поехал. Не знаю, что, куда старого понесло, ему завтра на работу. Время, ребята, 20 минут 10, самое время для рыбалки с комарами. Ну, надеюсь, комаров сегодня не будет. Носки вот не взял, об одном жалею. Наши? Вот он! Приехал. А как иначе-то? Не, как иначе, но... Короче, ребята, все. Я поехал домой. Я говорю, здесь... Вот там еще по улице костер. Но вы это, домовуху-то запустили от костра? Да. Ну все. Так, все. Ну, а мы едем дальше. А мы не едем, а идем. Ну все, пошли. Ой-ой-ой. Спасибо. Спасибо. Спасибо за донат. Жень, я не знаю, где мы будем все спать. Я сразу спрашивал, может, давай возьмем вторую палатку? Вот мне не надо. Ну, блядь, все отказались, а тебе не согласились. Но. А ты пипец, я все говорю, давай возьмем вторую палатку. Да, мы поедем. Я говорю, вторая палатка, у меня большая вторая палатка. Ну, значит, будем, кто-то будет рыбачить всю ночь. А всю ночь рыбачить? Ну. Чуток маленько. Чуть-чуть. Да. Тут есть такая интересная идея. Мы тебя ляжем. Ты ляжешь в эту палатку и пустим тебя по реке. Нет, разберемся вечером. Да, шучу я. Короче, надо быстро к костру идти. Ты нахуя? Ты меня заставлял мыть полы. Ой, не пизди. Ой, блядь.
началось, мы, нахуй, ты же блядь. Стирал флаг, о, ты же не мыл полы. Ну блядь. Все, Жень, даже не ну, ты не позорился бы, а? Жень, ну. Жень, давай ты не будешь это снимать. Жень, ну ты снимай. Жень, ну снимай, не снимай, ну, прошу тебя. Подожди, а кто стирал флаг? Ну, Жень, ну снимай, ну прошу тебя. Подожди, снимай. Я тебе просто... Ты же не мыл полы, ты стирал флаг. Жень, ну не снимай, ну прошу. Ты еще скажи, что я тебя заставил. Ну, Жень, ну снимай, ну прошу тебя, пожалуйста. Подожди, а ты 30К где? 30К я... Народ, 30К я потратил, я купил две двери, плюс установка на две двери, плюс я купил ручки на две двери, плюс я купил эти, на что вешать шторы, короче. Я еще купил, ну, там... Ну, еще купил, ну, чуток маленьких лампочек на потолок. Ну, все правильно. А я, значит, его заставляю. Флаг грязный просто был, надо было постирать, вот и все. Ну, вы что, народ, надо мной издеваетесь? Я флагом, просто там как получится, я принес ведро и просто стирал флаг, и все, больше ничего. Ну, правильно. Но. В Москве грязный, да, ли? Надо постирать же было. В Москве раздали, надо постирать. Что, вы купались в речке? Купались, конечно. Да, офигенно. Но сейчас ты уже не покупаешься. Ну да. Ох, нихера себе, какой крупный. Окушок. Самый крупный в этой реке, наверное. Окушок. За весь сезон. А, красавец. Ну зато наш. Слушай, на уху пойдет вообще. Пойдет на уху. Мы-то с Витькой были, это вот таких ловили этих ельчиков. Ага. Чистили, бросали. Варили уху с консервы сайры и бросали таких ельчиков, 4 штучки. Поел с удовольствием, вообще вкусно. А сейчас ты где еще рыба? Отпустили. Я этого сейчас тоже отпущу. У нас же рыбалка культурная, сам понимаешь. Ну, елки, я думаю, ухи попробуем. Ты сколько поймал рыбы? Я пока еще не одно еще. Пока. Ну, Жень, отключи камеру, я хочу тебе рассказать про свою как бы, семью, про Машку. Жень, отключи камеру. Да, Рома, все в курсе, что у вас все хорошо. Жень, ну, и слава камеры. Богу, что все хорошо. Я хочу без камеры, Жень. Хочу тебе рассказать, что я, получается, сейчас, лето постримил, а уже ближе, к осени, к зиме, я уже стримить точно не буду. А что случилось? Ну, потому что я буду выходить на пенсию? На работу. Я уже работу присмотрел. Знаешь, куда? Дай угадаю. Не. Я угадаю, куда ты пойдешь. Нет. Он знаешь, куда пойдет? Нет. На крас пойдет? Ловильщиком? Нет. Жень, я работу уже присмотрел. Потому что я хочу быть с Максимом, хочу быть с Машей, я хочу вернуться в семью и буду я просто снимать просто ролики. Молодец. Вот. Комаров очень много. Я не знаю, может, Рома не кусает, потому что в нем уже алкоголя очень много. Алкоголя очень много. Алкоголя у меня очень много. Серега ушел встречать деда. Деда. Ну нельзя мне, народ, пить водку. Народ, нельзя пить водку. Ну нельзя. Ну зачем вы меня заставляете? Народ, зачем вы меня... понужаете. Я говорю, Серега, давай возьмем большую палатку. Я говорю, Серега, нет, давай возьмем двухместную. Я говорю, ладно, хрен с тобой, давай двухместную. Ну так никто и не поехал, если все собрались под вечер, правильно? Да, я говорю, Серега, давай возьмем двухместную. Ну и все. Вот. А там народ двухместный, я отвечаю, там охуенно плата. То есть ты ее ставишь, там плата вот такая, ну получается, вот тут, вот ты ее разбегаешься, получается, вот тут, получается, у меня 20 человека спят. Вот тут можно 20 человек спят. И еще плюс, она как бы маленькая сверху, там сверху еще идет. То есть тут ты можешь ставить Столик небольшой, столик и стулья. Ничего себе. Вот так вот. Хера ты. Это ты это какую-то пятикомнатную квартиру рассказал? Почти. Слушайте, хорошо с костерком. Практически как на канале Уромарио Агро. Ну. Но мы на канале Уромарио Мангро. Народ, пехал вольером, народ! Может, это не Валера, может, это соседние рыбаки. Соседние рыбаки.
Опа! Опа-на! Опа-на! Деда, снимай! Дед. Да я его смотрю, уже деда сняли. О, Валера! Опа-на! Вот он! Не положим, братишка! Нихуя! Жека, ты что ли? Ай, ебать, колотить! Ну все, дедок. Давай. Все, Ваня, давайте. Давай, деда, деда. Деда до понедельника. Деда до понедельника. Деда до понедельника продлили. Расчет готов. Продлевайте. Продлевать будете. Дай курну. Деда продлили до понедельника. Пацаны, пока. Я тут. Стёга, я тебе говорю, надо было брать большую палатку. Надо было брать большую палатку, Стёга, я тебе говорю, надо было большую палатку набрать. Ну все, дед, в палатку. В палатку. Я сейчас вас всех здесь соберу, всё. Я джагаю нахуй. Все, ты попал. Ты вот это видел? Ты попал. Ты попал в палатку. Джага-джага, хуя. Вот, да. Так вот, джага-джага. Ты попутал рамсы, что ли, и что? Пацаны, езжайте обратно. Манского сейчас будем ушатывать. Можно сказать тост? Говори, Ром. Серега, подсвети в лицо оратора. Давай, говори. Ну как пожалуй, тост. Давай. За друзей. Я даже шутить не буду по этому поводу. За потому друзей. Что, Рома, за всех твоих друзей, только друзей в чате, больше не бань никого. Меня в бане оставь, всех остальных разбань. Не, Жень, нихуя. И тебя в бане оставлю, нихуя, и остальных. Нихуя. Я, когда будет стрим 5, я тебе специально, Жень, разбаню тебя в скайпе, разбаню тебя в ВК, везде разбаню, и мне похуй. Пускай кто что пишет, не похуй. Рома, самое главное, в телефоне разбань. Я сегодня ехал, Серега недоступен был, хотел тебе позвонить, вспомнил, что ты меня в черный список добавил. Женя, я разбаню. Все, давай, вот самое главное, в телефоне. Все, ребят, давайте. Все, давайте. Все. Давайте. Все. Стоя. За друзей, давайте. Вот понимаете, ребята, вот мы весь стрим строим с вами вместе. Любовь. И как бы пацаны нас там поддерживают. За вас, пацаны. За тебя, Серега, за тебя. За Серегу. Жека, за тебя, Ромка. Короче, вы самые охуенные стримеры. Давай в палатку, хватит. Я на ваших стримерах. Приехал, блядь, давай делать вещи, блядь. Не надо так вот говорить, потому что, Серега, ты сейчас лицом можешь упасть вон в этот костер. Я и так черный, блядь, куда мне еще в костер? Ну еще подзагоришь маленько. Подзагоришь. Малеха. Ну ладно. Начинается, блядь. Я бы хоть одну копейку с вас заработал. Вот это да, вот это Валера, блядь. Я тебе не переводил 1600. Это было давно. Потом шлем, свитер. А свитер я тебе не покупал? За тебя базаров ноль. А кроссовки? А кроссовки тебе не дарил? Нет. На том стриме не дарил тебе кроссовки? Дарил. А где они, блядь? А что ты их забыл? Вон они тебя ждут. Вон они у меня дома ждут. Хорошо. А шлемы тебе не дарил? Дарил. Ну а что ты, блядь, тогда? Несешь нахуй. А Рома тебе что подарил? Стример в мире. А Рома? Нихуя мне не подарил. Ты охуя что ли, а? Это... Ты чё, охуя что ли, а? Давай, Рома, давай не будем. А то тебя... Ты чё, попал, чё ты такой? Встах, нахуй, и всё, и допиздишься ты, блядь. Короче, Гагарин долетался, а ты допиздишься. Слушай, блядь, а ну, нихуя смотри. Ну вот. Плывёт, блядь. Плывёт, это кто? Охуеть! Это Валера поплыл, блядь! Валера поплыл! Валера, ты живой? Он поплыл! Дед, ты как? А, дед, нормально все? Ты про что сейчас? Валера! Нихуя плывет, смотри, видел? Вижу! Блядь! Где? Пропала хуйня! Да, Рома, блядь, да ты, подожди, Рома! Ты видел, Жек? Да я видел! Я тоже видел!
Пропала, она была, звезда была. Она пропала. Я тоже видел. Да. Она поплыла, я тоже это видел. А как Валера поплыл, видел? А Валера там упал и все. И поплыл. Дед Свобин! Звезда! Моя звезда! Валера перевоплощается. Рома, а что ты ложишься спать, блядь? Птички поют уже. Утро уже, а ты спишь. Ну. Хуечки. Я хочу спать. Бай-бай хочу делать, мальчик. Хочу бай-бай. Все, жди деда, потом будете заниматься. Да, и Валера, вы его в очко, нахуй. Вот так вот? Ну да. Сейчас я тебе, блядь. Тихо. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев, да, без комментариев, да. Сука, блядь. Ну, лошара. Алло, гора. Че, Уэс, че вы это такое, что такое, что тебе же вылете в очко, что ли? Давай, я тебя выебу. О, что без маски делается, блядь. О, проник. Нихуя себе! Серега, закрывай палатку, блядь! Нихуя себе! Нихуя себе! Все, пацаны, все, ладно! Какой-то жоп давай! Оп! Валерка, в очко! Мужики, спать, ложитесь! Валера, ну ложись спать-то, а! Ну, мужики, вы чё? Ну, да выйди отсюда. Сейчас Валерия в очко трахнул. Не можем Валерию в очко трахнул. Мужики, спать ложитесь, ёбаный рот, ну чё, блядь? Мужики, вы чё, охуели, ёбаный, спать ложитесь, мужики, блядь? Сейчас, пока не наебутся, спать не лягут, но. Ну, мужики, вы что делаете, блядь? Дальше это... Тихо. Ну ты что делаешь-то, Валера, блядь? Ну ты что делаешь-то, да. Валера? Ну ты, ёлки-палки. Ну ты, блядь, ты пьяный, он пьяный. Зачем ты бьёшь-то, а? А нехуй пиздеть. Короче, ребята, выезжаем. Я вам хочу сказать. Пейте аккуратно на природе. Вот и все. Рома, спокойной ночи тебе. Ромыч? Да. Дайте пяточки пощекочу. Да вы, Валера, зазебал. Вот, Серега спит уже, ну а мы поехали с Валерой в Красноярск, потому что... Да, Валер, ну хватит, ну! Да вот так вот, ребята. Самое главное, что я не то, что очень трезвый, я, наверное, слишком трезвый за все это время, хотя, ну, немножко выпивал. Да заткнись ты, блядь, про это очко, а, Рома. Вот, короче, комаров очень много, спать негде. И если на природу в следующий раз ехать, нужно и палатки, и все брать. И от комаров защиту, и, короче, и энцефалитку. А так вот, короче, ребята, надо выезжать на природу аккуратнее. Все, ребята, всем пока, мы поехали. Мы поехали.